Трагедия произошла в хуторе Трудобельковском Красноармейского района. На стройке моста через реку погиб рабочий, еще один получил травмы. По версии следствия, инцидент произошел, когда работники, не применяя автокран для безопасного производства работ, производили демонтаж противовеса буровой установки массой более 10 тонн. Сотрудники ООО «Ростехстрой» во время демонтажа буровой установки «Бауэр БГ-40» во время снятия противовеса весом 10,5 тонн, данный противовес упал на сотрудников, в результате чего один из них погиб на месте происшествия через непродолжительное время. Второй в настоящее время находится в реанимационном отделении МБУ Славянской ЦРБ. По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе правила соблюдения техники безопасности при выполнении указанных работ. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.